Сегодня Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области встретился с активом и жителями города Каракол, а также Тюбского, Тонского, Аксуйского и Джетыгуйского районов. В начале встречи, прошедшей в формате вопрос-ответ, глава государства сообщил собравшимся о том, что в следующем году в Чолпан-Ате пройдут очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Всемирные игры кочевников. Президент рассказал о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов в области, в частности о том, что в ближайшем время в регионе будут реконструированы автомобильные дороги. В регионе будет полностью реконструирована автомобильная дорога Балыкчи-Чолпан-Ата. Также прорабатывается вопрос капитального ремонта кольцевой автодороги вокруг озера Иссык-Куль. В течение ближайших 2 лет будет завершен проект по строительству трассы, которая соединит города Чолпан-Ата и Алматы. Этот проект способствует развитию туристической отрасли и даст ощутимый толчок активизации других отраслей экономики страны. Помимо этого, я поручил всем соответствующим органам завершить реконструкцию аэропорта в Тамчи до начала купального сезона или хотя бы до начала саммита.